кушать. Он начал разговаривать. Его первые слова. Но а чё он, блядь, он хуёво одетый был, да? Ну бери быстрее это обувь. Как хуйня? Дримботок, а где он, блядь? Я захожу только. А, так надо его сумануть еще. Кстати, заходите сюда. Вы видели шамана, блядь? Я вижу, смотрю нахуй, только что ему, а чё я, типа, блядь, вот... Я хочу плакать. Чё, шаман? Чё, шаман? Ну, посмотри шамана, блядь, я хочу плакать. Он в инсте, блядь. У нас это, мак ливнул, не заходит что-то долго. Так давай выкинем нахуй этого шамана, давай сейчас дойду до него досмотрю, блядь. Что-то да я там нехуй смотреть, он не выхилит нихуя. Ну, типа, он мне вот... Сейчас, подожди, дай я гляну уже. Ну, что ну, нет, ты хотя бы глянь, просто чтобы посмеяться, блядь. Чел пишет, и что? Что? То есть нормально, у тебя меты нету нахуй в шапке, блядь. Он пишет, и что? И что, типа? Камня нету в штанах, говно какое-то, нахуй. Ну, МП-5. 20 скорости, СПД, блядь. Ебать. МП-5 камни. Ай, блядь, бич, нахуй, бомж какой-то, не, нахуй. Кмани, смотри, в плаще стоит камень топовый, нахуй. Кикай, нахуй, это даун какой-то, блядь. Это гусь какой-то. Чел пишет, тебе шмот интересен или ХПС? То есть, ну это какой-то жесткий чел, на самом деле, он бы дал... Он там в РБК, наверное, ХПС дает там дохуя. Можешь написать шмот, стрелочка, ХПС. Он взял два седих камня, чтобы активировать метасокет, которого у него нет, блядь. Да, так. Точно. Смотрим. В чем самый полезный? На чистый. Вот мне даже не жалко ни ханта там, ни шамана, потому что у воина, блядь, такая тяжелая судьба в этой игре. Нету ПВЕ там этой, блядь, шеи, колец вообще не нужен никому. Кэлла пойдет? Нет. Гримботока. Да, я зашел уже. Пати, дайте ему. Спросил, Хэлла пойдет. Сейчас. Хэлла, хэлло. Хэлло, он, по-моему, со взятым. Хэлло. Ходили мы вчера, не знаю. Хэлло, пойдешь? ТТГ 10. Выйдите на сум кто-то. Ну, это нихуя себе, шляпы кабана вы пацанов добираете, хилов нахуй, нихуя себе. Я не чекаю гильдит. Ну да, выходит со шляпы кабана. У него хоть камни это... фиолетовые, смотри, блядь, есть нахуй. Ну, хорошие, да. Хоть кто-то есть. Ой, блядь. Я нашел Аршама 63-го. Дай. Этого дай. Как его, блядь? Хэллоу уже был. О, этот чел знакомый, Ник. Он с нами ходил уже несколько раз. Ну, пока не зайдешь, нихуй не соберете, блядь. Махоуш. А, да? Вроде в целках. Давай, сейчас он зайдет, ты ему говоришь, пойдем к нам в гильдию. Или пидор ты, блядь, и все. По классике жанра, нахуй. Кто не в гильдии, тот пидорас. Тык, на самом. Кстати, такая душина, что здесь можно при желании говорить все эти слова, блядь. У тебя, Саня, же было такое, ты же тоже на офис шпилил какой-то промежуток времени, что у вас там РЛ или еще кто-нибудь стрим вел. И ну, там, хороший. Блядь, ну, да, если не дай бог ты в рейде скажешь на кого-то пидора, блядь, там ебать, оно одетое. Все осуждают, нахуй, все 20 человек. Я сам стримил на Твиче, на арене, я не мог материться. Вот сравните этого шамана и того. Этот соло тут прохилит, блядь, без всяких ДЦ, блядь. Охуенно одет еще, ну да. Все, давайте, катаемся. Две шмотки ты так вешал. Ну и каждому еще по токену. Идеально. Давай, вот этого надо было. Капец, у нас медведь танчит. Этот медведь, блядь. А что сейчас, смотрите, токены падают опять? Ой, токены, ну в смысле, блядь, я... Охуй. Саня, кричи, пока дай на АП. На АП? Да, у нас же нету, я не тебе, у нас еще Саня. У нас все воры, Саня. Что-то не хотят меня хилить, блядь. А что там 6к, нахуй. Что-то пиздец, ага. Может, кто-то отошел? Кастую. Он отошел.
Я похилю, братцы, все в порядке, блядь. У нас ДЦ вообще будет, нет, там вот он старается вроде. Маршам отошел. Это проверка. Ну, проверка ДЦ, да, или ШП вроде хера, блядь. На, бинтами. Че, бинты есть? Ну, конечно, дай сразу этот нахуй. Парник, брат. А тебе это есть травничество? Столик, не мне, да носок. На, ставлю. Это надо дренея иметь, тогда будет заебись с травничеством. Иметь дренея, блядь. Ты на АП кричи постоянно. А то у нас нету... Нахуй ты имеешь дренея? Ну, это тоже было бы неплохо. Девочка, дренеечка это... Че там, дискорд никто не кидал, да? Ой, Саня, бля, какой душнило нахуй. Сейчас Аршам ливнет, ебать, будем еще одного искать. Вообще похуй. Ну а че чел, блядь, залетел по столу АФК? Там типа он залетает и стоит АФК. Понимаю, нет. Хоть бы написал. Нахуй, так он же писал. Нахуй, хули ты, блядь. Может он сел дрочил, он увидел, блядь, а, что он ищу. Он пишет. Он не додрочил. Он пишал, писал. Покупил фастом, он, видишь, написал. Он покупить пошел. Ну понятно. Начинается. Это вот старческая херня. У нас Песса, да, тоже в рейдах все покурить бегает, блядь. Айкос — это выход, парни. Держу в курсе. Песса у нас это, талисман команды нашей. Не курите. Я согласен с фразой про Айкос, пиздец, нахуй. Я ни разу не отходил, блядь. Курить вот никуда. Вот. Тупо курю, вот, блядь, вот. За компом. Все. Кайфую. Вообще просто не курю и кайфую вообще. Ну, тебя да, но, да. Это, но это пидоры только так делают. А потом нервируешь тимню. И кто не в гильдии, блядь? Вот два типа пидоров. Так бы курил, не кричал бы ни на кого. Просто не завидуйте этим пацанам. И одним словом называется. Сука, хил будет сегодня? Да шаманов АФК стоит, что он из ДЦ. А ты что делаешь? Мне не нравится этот ДЦ уже. ДЦ просто щиты кидает, он не будет другие кнопки жать? ДЦ щиты, все, и похуй. А молитву там, типа, АВЕшку, типа, захилить? Да нахуй она надо, ничего. А может поменяем, ебать, ДЦ? Мелджин, заходи, блядь. Свекольник, блядь. Спасибо, что трэш помог зачистить. На, у него сокет в голове 15 характеристиком, понял? А нахуй ему надо? Так это норм, у меня такой же. Да? Ну, я бы сказал, что он норм. Закидывать. Ну, на синий, ну, если он хотел, типа, синий. У него куча СПД дух, это хуйня. Что там про душнилу-то, что вы там говорили, а? Стопой, смотри, просто смотри, сколько у него камней ночи, блядь. Дух же нужен, типа, этому ДЦшнику вроде как. И Холи Присту тоже. Да не, он нужен, но он ой, наоборот, Холику. А ДЦшнику вроде не нужен. Вы, блядь, не знаете нихуя за класс, идите, блядь, чувака душить его. Но... Я просто спрашиваю. ДЦ мы дискорд будем давать, нет? ДЦ да, ФЛСПД, вот именно, блядь, он духовный какой-то. Холик, блядь. Сука, ДЦ фулл СПД, Холик фулл СПД. Ой, блядь, СПД хаста, блядь. Батюшка, мы будем давать. Стандартно, ПВЕшники, они все душнилы. А у тебя вон вообще тапки 226. Вы, блядь, рыбу купили? Сокет стоит на 15 цели, 23 выносливости, нахуй. Че вы доебались до ДЦ? Типа я понять не могу. То есть это нормально, да, сокет на... Хаваем. На ДК? Но. А какой ты мне предложишь? Давай. 15 сил и 23 к выносливости. А че блядь, нахуй я на это подписался, блядь. Давай, синий предложи. Предложи синий. Давай. Где меня? 15 ко всем характеристикам, блядь, алло. Ебать, 15 так. Ловкости так поможет. А, 15 силы тебе этот камень дает. Алло, все на друида. Ну так то же самое, что и это, просто чуть больше ловкости. Ебать. 15, ну, типа, ну, ладно. Но. Ты там это, почекай, короче... У меня просто есть канал, короче, зал, когда набирают гильдию. Они людей не принимают тупо из-за того, что у них, блядь, камень стоит вот такой вот на силу выносливости. Ну, хорошо, пусть не принимают. Все, давайте, что, ебанем. В полном состоянии. Я просто к тому, что вы сидите, блядь, душите приста, нахуй, а у самих, блядь, ну, камень на выносливости стоит. Да, мне в 226-ю шмотку ставить, плюс 15-ю сиську, которая стоит там косарь. Гениально, блядь. Мы ПВЕшники, мы сидим и душим приста. Ой, так. Сейчас я допомажу.
Были бы у меня 275 работы, естественно, блядь, топ поставил бы, блядь. Хватит уже нахуй, потом попиздить. Одни слева, еще слева. Сука, давайте собаку убивать, блядь. Неприятно, неприятно, да, когда, блядь? Да, это, посидите, ой, да. Сейчас мы будете час сидеть, сука, в пути, нахуй. Он сейчас за корвалол, блядь, пить пойдет. Давайте уже начнем. Это... Это не тот таймер, блядь. Е, душить приста, блядь. Я даже ни фласки нихуя не выпал, блядь. Че, Геру въебить? Она мне зеленая, а на свекольчике фиолетовая, нахуй. Я выхожу, нахуй. Выходите тоже. Нахуй Геру дали, блядь. Нахуй вообще спули. Пизда, нахуй. Ну таймер был. Так падайте. Сука, балаболы, блядь. Нахуй вы пиздеть пришли, сука, сюда, блядь. Человек зашел в инст, нахуй. Чекайте и погнали, нахуй. Свекольщик, сука, ты в Дисе? А ему дал его кто-то. Ну вон, линковали же Дис 10 раз, но он откалит. Геншин тут лишний сидит. Первая пати слева, вторая справа. Хули на свекольчике фиолетовый? Ты нахуй ты под боссом стоишь? Если он под боссом стоит, ну ибо не кого-то с первой пати влево. Блядь. Этот чел сейчас поговно надушит. Сука. Он, наверное, сокета перебил. Ты отчет проверяет. Не видел, что ли? У тебя, значит, аддон не стоит. Нахуй. Давали отчет. Биг Дэм проверяет. Да он не в Дискорде. 14.50, 49 секунд. Этот спрашивает 14.50, через минуту спрашивает. Сука, может, долбоёб, я его кикну нахуй сейчас, блядь. Сука, нахуй. Хули он не в Дискорде, нахуй, или чё, блядь? Он тебя в муте, блядь? Этот, Шаман не Сади, это же ты, да? А вот приста нету, потому что у нас один смотрит, этот, Равист, никто там, блядь, Геншин вроде. Геншин здесь сидит, на челе. Вот, Шаман здесь. Наблюдаю, ебать. Сука, а что там мужики по вопросам убери... на душишь приста? Сука, он зашел в этот, нет? Вон, а, он зашел в гостиную сидит. Это самое, прист, посмотри, обрати внимание, здесь вторая пати, вся из АДДшников, ты с ними там стоишь на правой стороне, слева здесь стоят милики, первая пати. Ты там с зеленой меткой будешь стоять, не с фиолетовой прыгать, а с зеленой стоять, понял? Свекольник который. Я ебал такие походы, блядь. Похуй. Будете пиздеть всякую хуйню, блядь, да? Ты начал? Вы сами начали. Да ничего, ебать, сейчас нахуй вайпнуть, просто там. Это друид, блядь. Это потому, что ты сегодня подстригся, Саня, только. Рыбу дать? Я в наушниках-то, ну пиздец, блядь. Потому что ты не куришь, Саня. Надо курить начинать. Кстати. Поставьте рыбу. Какая рыба без рыбы убьем? Чё ты не принимаешь готовность еще раз? Рыба стоит, рыба. Рыбы не было, потому что... Хаваем. Свекольник, ты тут, Диси? Кто поймает конфликт, тот кто... Пидор. Пидор, все верно, блядь. Тот играет на ШП. То есть все, кто ловит конфликт, те играют на ШП? Да, самый простой класс делать нихуя не надо. Ну да, блядь, давайте. Ну чё там, блядь? Вы рыбу три раза уже пожрали, сука. Я стою уже минуту. Одним ликом смерти дамажит, блядь. Алло, блядь. Сейчас это отчёт, надеюсь? Это. Опять, да, это отчёт. Началось опять проект. Припод можно пить сейчас, нормально? Три, два, один. Геру, давайте сразу с тела. Кто такой этот ваш Гера с пула и почему его надо искать? Шутка уже не актуальна. Потому что я ее прошлое ТТГ рассказывал. 25. Бля, надо сделать пинка с ником Геру, давай. Постоянно будет Войт говорить Геру, давай, и чел будет просто Геру сдавать. Это рандомно, да? Ну это скорее... Вот он так сделает, блять. О, красавцы вообще просто. Сука, он еще тут откидывает, блять. Да. Что, значит, гейзеры в миле будут, да, на поездах? Да, будете бегать там в миле. Ну, чё бегать просто? Ты не хочешь бегать, стенки. Ты можешь сдохнуть просто в миле вообще. О. Могу? Добьем без тебя. Понял.
На ШПшнике, которого там одна кнопка, блядь. Поезда. Я не знаю, каждая десятка собака так и закрывается. Все мелики дохнут, и тогда ее добивают. Да нихуя, каждую стену аварии я всегда выживаю, блядь. Последний раз мы с Хисторией вдвоем добивали. А все РДДшники лежали. У меня только такие десятки бывают. Это бывает по-разному, по-разному бывает. Блять, как ты на хистории в мили ДПС даешь, блядь? Там эта метка, надо разделить ее. А, ты в маг же, да? Или беги. Факт. Блять, еще эти хуйни сразу. С этим перебеганием, блядь, есть. Че откидывает, заебал, блядь. Два наста, махуешь, отойдите от меня, пожалуйста. Гейзер, ебать от нас отойди. О, набрали дистанцию. Охуенно. Что-то надолго умирает. Гейзер в миле был? Да, в миле был, следующее. Уже, блять. Я думал, просто время этого, теней. Пистов. Заебал откидывать, блядь. Мне чуть лужу, блядь, не откинул. Поезда откройте. О, вагоны, блядь. А че ты в танка не побежал? Да метка была, я далеко был. У меня все спринты КД. Я думал, с тобой выживем. Все спринты КД. Вагоны. Опа. А у тебя кош был? Да, я прожал кош. И умер из-за этого. ХЗ. Коша. Умер в коша. Какой, блядь. Блядь, откидывай, заебал. Косты сбивает, откидывает. Такая мерзость, блядь. Да я думал, он только мирочников откидывает, на самом деле. Может, ДД как будто близко стоит, да? Бегитесь. О, я фейкнул его, нормально. Не сбил он мне фаста в этот раз. Гейзеры в мили там все. Давай а там мой шмот на. Резните вагонов. Уф, а может? О, перчатки на по-любому. А, взрыв разума. Да, заебись. Пойдет. Мое. Нормально. Резните вагонов. Пойдет. Ой, бля. Не хочу. Я хочу смотреть, что там. Так, ну давай, дам тебе вон историю. Параша там выпала. У меня там такой есть. Чела ты кому антихристу, да, наверное? Я не знаю, я... Надо на танк. Че там, че там? Если надо кому-то на танк, мне просто 271 вчера с РС-ки забрал. На, ну, стрессы танка соберешь, смотри, на тебе еще огнестрел. Типа... Будешь ходить там взломать. Че, кому-то еще пет нужен? Че, не танчит? Не, огнестрел у меня есть. Трейд кинь, махуш. Ну, отдай кому-нибудь огнестрел, так... вроде отдай огнестрел. А ему... Тебе надо защита, мастерство, меткость? Нахуй он тебе нужен? Смотри, если там тапки не нужны, можешь их там антихристу отдать, там сами разберется. Как она выглядит, пуха? Да не, тапки заебись. Или рарнику, если рарнику надо, нет таких тапки. А рарник? Давай. Ну давай, рарник, он чаще ходит. По ролю эти, можешь. А, ну они 258 были бы, блядь. Я уже сыграл трэш. Да, я у меня этих, блядь, знаков Толгорода 500. А, ну это вообще. Самый фармер, блять, сидит. Не, ну человек одним персонажем играет, он каждый день фармит Толгород, блять. Да. Я еще бегать продолжаю. Что это за болезнь, нахуй? Блять, бля, на тапки хорошие. Сразу справа заберите вот эту хуйню. Если будем вайпаться, не бегать. Опять придется надавить этот корок. Заточку. Ну что, перчаток нету? Ну, у меня перчатки 260, а плечо 245. Ну, то есть я сейчас поменяю 71 плечо на 45 и одену 58 перчатки. Вместо 60. Справа, справа, моба еще. Вернитесь. Ну, это плохо. Вар кричит на АП, я надеюсь, да? Ну, это пару вот. Что-то я не вижу, просто себя.
Ну, хилы сейчас будет ваш босс, типа, ну, если вы будете хуёво хилить, мы его не убьем. Если вы будете заебись хилить, то... Ну, то есть вы же умеете, да, хилить? Там, будешь ты хилить. Можно рарнику потанчить ради сакры, а я в своей подхилить могу. Совет. Ну нет, так нет, блин. Короче, метки давай будете выносить. Смотри, короче, босса лицом к двери, метки миличники выносите либо в луну, либо в треугольную. КРДшники тоже можешь выносить либо в луну, либо в треугольную, чтобы вас хилы доставали, чтобы они за вами не бегали. Ну и эти. Не развиваем, далеко, когда куполки будут. Куполки, пожалуйста, на решетке не развивайте. Развивайте их вот здесь вот сбоку. Где-то там еще, оказывается, кого-то. Ёбаный. Рожник, ты руина. Молодец, Саш. Ладно, только давай лечь. На шаманов попадает. Сейчас мы найдем. Это Песа? А где он? Пинка? Ну так и нахуй надо, блять, я выйду с комнаты. Видишь? Выходим. Меня тут хуйня прям нервирует. Мужчина, блядь, опять чел просто взял и ушел. Так а че вы проверку не сделали? Я не знаю, нахуй вы спулили босса. Типа я вообще интересно. Не говорил ничего. Стражник спулил. Чего проверку не сделали? Была проверка, пацаны, в чате, посмотрите, блядь. Проверка была, шаман ее не подтвердил, вы спулили босса, нахуя. Отсчета не было, ничего не было. Не вы, а я. Вот, у тебя макрос, да, ты вот этот отчет даешь, что он еще и в чат анонсит, или в этот... Я хуй знаю. Ну, макрос, DBM Pool, блядь. DBM Pool? Ну, а ты какой юзаешь? Я этот нажимаю, он стандартный, который новый поставили на 10 секунд. Так нахуй он тебе нужен? На 5 сделай себе DBM Pool, и все. Не, ДБМ что-то не видит, ну-ка, ну-ка давай сейчас попробуй, видит, ну-ка. Не. Подожди, еще не стартанул. Я ебал вам рыбу ставить, мне это говно, блядь. Тану нахуй. Ну стой, да, стой, меня не резко дальше. Я не вижу. Пуляй нахуй, вижу. Похуй, пускай полежит, да. Мой БР быстрее твоего, блядь. Биг Дэм, а у тебя вот сейчас, что было этот, на пол, у тебя какой ДБМ стоит именно? Я просто обычный. Сирусовский или Циркуля? Адмирал. У меня там какой-то аддон есть, который называется Endor, аддон Денлоудер, короче, или Апдейтер. И вот через него ДБМ качаю последнюю вещь и все. Он где-то у меня просто работает, и голосом отсчитывает, типа, 3, 2, 1. И в чате появляется, и на экране еще, блядь, появляется. У кого? Ну, у меня циркулевский, это, ДБМ. Че, на телефон смс какой-то? Ну, давай, да. Мне с этим, ну, не знаю, мне этот стоит, мне все показывают. На нужных боссах я все вижу. На каких-то боссах, где я не вижу, я прошу, мне подсказывают. Здесь циркулевскими аддонами конфликты, поэтому надо это... сайта Сируса скачивает, либо там на форуме, короче. Ну что, блять, шаман, тут хули мы стоим? Не знаю, у меня циркулевский нихуя нормально что работает. Ну, у тебя, значит, мало аддонов. Давайте мы все работаем. Короче, давай. Отчет даю. Ебать, опять 5 секунд. Я не знаю, как сделать 5, блять. Ну, я ж тебе 10. Сказал. Пул 5. Ну, типа, он половина народа его не видит. Как оказалось. Сейчас вихрь будет. Там и черная хуйня. Вот вихрь сейчас готовьтесь хилить. Там это там приз щиту, шаман там цепной хикас. То есть перед каждым вихром люди должны быть защитованы.
Думаю, не мне вас учить игру. Сфера появилась, можешь отойти, я закрою. Отходи, отходи от сферы, я закрою. Тебе сейчас ловить гавриков, они появятся скоро. Ну, если они появятся, там не надо. Ну да, если они тебе появятся, то здесь. Вихрь, захиливайте. 50% перевели щупальца, появились, хильте сейчас, там 2-3 человек будет дамажить сильно. Сейчас следующий вихрь, арарник отдашь этот мастерауру. Вихрь будет... ну вот сейчас следи за костом. Давайте Геру 30%. Биг Дэм, Дримбаток, арарник, вынесите куполки. Так, Геру давайте. Да. Уже дали, да? Сейчас будет дыхание. Было уже? По-моему, не было еще. Нет. Вот, дыхание, дыхание, давай мастерауру. Захиливайте, Махоуша, захиливайте. А, в купола зайди. Все, пиздец, нахуй, это вайп. И в куполе сдох. Что? Да мне отлинные были. Ну, ну бы, сука. Давай, короче, это... Не, я сдох от погружения в куполе. Стыкайся в танк, бой, давай, и этого, блядь, как он называет. В рестор друида, в лютого рестор друида. Будем так проходить, типа эта залупа сейчас была. Вы там не забывайте, нахуй, от сфер тьмы, нахуй, отходить надо, блядь. Вот мы в миле две зауе шли, потом одна появилась, вы в ней прям стоите, нахуй, дамаг лутаете по 6 тысяч. Вот, кстати, да, первые сферы, мне кажется, нужно точечно схуяривать, потому надо что мы две забили, или проще блядь, стало. Трясаемся, бежим быстрее, и убиваем. Это десятка, там 25-ка, они здесь не дамажат, это хуярит. Но после этих трех появится еще... И там, после глобса, ну, нахуй, они могут зауешить. Там нужно было просто прохилить ебаное дыхание, там отдать какой-то там зубы по шаману, закинуть там, не знаю, как-то засейвить шамана в этот момент и спокойно дохилить. То есть если бы сейчас выжил шаман, мы бы зашли в купол, кил, вышли бы и спокойно убили бы босса. Все, нехуй тут делать. Ну ладно, смоделирую такую же хуйню в 25-ке. Если там появятся первые сферы, да, и их не будут заливать, и потом еще сверху появятся, то они потом разъебывают рейд. Здесь-то понятно попроще. Ну, если ты стоишь под боссами на варе, ты их просто зауешь, этих сфер, там не надо их точно играть, они просто заклеиваются. Ну, а в РДД они просто долго отбегут от этих сфер, потому что в РДД стоять и бить сфер вместо босса — это залупа полная. Я просто к тому... Что не то, что, знаешь, там, блядь, на схиле быстро зауешить босса, а чтобы сделать это, блядь, с минимальными потерями. Вот и все. То есть ты предлагаешь бегать бить сферы, что ли? Нет, первый залить, а потом уже можно бить. Ой, да хули это, вместо лока меня свични, давайте уже быстрее, блядь, чекай, блядь. Пиздите, блядь. Пиздите до хуя. Хуйня занимается, все, о чем готовность, о чем, блядь. Мы сейчас умерли из-за того, что умер шаман, то есть не из-за чего другого. Или раньше времени опять пульнули, я проебал под. Меня пошла. Я закрою черную сферу. Ранее это прохеривайте. Надо быстрее перевести, пока раги не так много. Как миля. Гаврики идут в РДД, смотрите. Давайте Геру.
сейчас будут щупальца вылезли, готовьте щупальца захиливать, щупальца вылезли, они будут там трех человек дамажить. Ноу стресс, макхоуши, два носка вынесли в палки. Сейчас готовь дыхание, давай мастер ауру и мастер ауру можешь дать раду. Чтоб никто не умер, мы уже добьем его. Ты нахуй на все на первое дыхание все же. Вайт Фьюри, ноу стресс, их история. Давайте, братцы, скоро будет каст. После каста будет сразу дыхание практически. Вот оно, дыхание перед кастом. Ага, давайте захиливать. Гимн на хп каст. Погружение. Забежали все в куполки. Нажмите свои сейвы. Выше. Добили босса. Проклятие. Проклятие! Что за черт? Вот это трай получше, да, получился? Вполне. Да и первый хороший. О, бицерарник. О, ну-ка. О, рарник. Бицерарник. Штаны намазывают. Бицерарник. Все сработало. Вау. Кинь не пуху. Но все равно никому не нужно. Что там у него выпало? Это что там? Ретрика, да? Нихуя себе. Да, да. То, что вот СРП, конечно, это хуево. Поезд нужен, теперь поезд нужен. Поезд всем нужен, блядь. У тебя же есть такие штаны, вроде, еще одна огнестрелка, блядь. Надо покрутить, чтобы были разные чарки. Так, тут справятся они вдвоем? По идее, должны, конечно. Ой, ну, мне кажется, тут надо... Или... Так, а кто танчить тут будет? Тарарда потанчит. Че, тогда в САУ, да? Да. Гагон аж, блядь. Гого наш. Давайте, короче, по кругу побегаем. Сначала вот сюда в угол, потом скидываете к рядом следующий и двигаемся против часовой стрелки. Вон туда, куда ШП лежит, вон туда двигаемся. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот, по кругу. А рядом в центр. Вот так вот. Просто. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Ну куда? Нужно, блядь, нажал же нет. А чё ты не готов? Маны нет. Ну пей быстрее, блядь, 4 секунды осталось. Пью нахуй! Сижу, все 40 секунд пью. Пей быстрее, блядь. Маленько подальше рано, как иди с ним рядом стоит. Там это, диспельте, хуйня. С антихрист, диспельте. Человек, блядь, которому говорили метки в угол, нахуй, я говорил, от этого, хуйни. Я говорил про тот угол, видишь, там вот слева, блядь, угол, нахуй, нахуй, ты вот в этот относишь. Дисплеить, я понял, блядь, дисплеер. Метки. Нет, я по дисплею. Вставай, чё ты лежишь? Сюда перебегаем. За ШП на себя сейчас крестик поставлю, звездочку. Дисплеим метки. Метку выношу, чуть-чуть маленько перебегите правее. Сову не достаете, сова у нас.
метку вносите. За звездочкой перебежали, от фера отвернулись. Вы... Вау, блядь. Блядь, выбегал из метки, сука. Ну, типа вы это вообще метку не видите. Я, да? Ну, а, нравится. Вон, Тихрис, блядь, нахуй ты вот выбежал вот в этот угол. По-моему, ты был. Кто-то из что я? Кто из мирисников? Я еще налево выносил. Не понял, блядь, я первую только что вынес. Что ты ебался, блядь. А кто, я ее нормально кто-то, вынес. Кто-то я видел, нахуй. Там кто-то ебал, но так вот не кто-то угол. Нет, даже не было метки на мне. Ни одной. У меня только в конце вот сейчас появилось, блядь. Сильно ебается, блядь. Ну ты просто первый. У меня в пати первые наличники, я сразу вопрос с антифест. А, да, блядь. Рарник танчик, но стресс. У нас стресса нету, инжи, она не вкачана, значит, он не мог это сделать. Хотя у него есть там прыжок гоблинский, может, это был прыжок. Первые же были вроде на стресс и какой-то прист. Ну, я сейчас просто посмотрю, блядь, если ты не сознался. Первые метки. Вам будет. Два на скай, но стресс первые были. Ну, значит, это был мой стресс вниз на тумбан. То есть там проблемы, да, с ориентацией какие-то, не знаю, блядь, левый угол. Я показал, сколько я в нем попрыгал, я из него бежал, и вы, сука, все равно выносите, блядь, не туда. Ну как так? Вот никогда не получается с первого раза, чтобы люди поняли, нахуй. Вы, блядь, только увидели метку, все, блядь, куда бежать. Я сейчас еще раз покажу. Но стресс, есть, блядь, нет. Просто зашел почилить в игру, нахуй. Вот смотри, вот, видишь, звездочка. Душнило, да? Пиздец, видите? Не говори. ШП прыгает, вот, ШП. Ну, видите, вижу, куда вижу. Я иду, да, вот в этот угол, вот сюда, вот сюда. Две метки, блядь, сюда. Две. Ну, я в противоположное вынес. И встали, тут, вот угол. Сюда, вот сюда, вот сюда. Встали, стоите, блядь. Появились метки, чуть-чуть отошли к той метке, вынесли еще одну, побежали дальше, встали вот сюда. Опять метки появились, чуть-чуть отошли, сюда вынесли, остальные побежали вот сюда, ну, дальше от метки. Все, блядь, вся игра, нахуй, нехуй вообще делать. Стоите, минимум движения, блядь, стоите, не поймите. Стой, а что не так-то, смотри, я отнес ее вот сюда, смотри, где прыгаю, блядь. Мы потом бежим туда, и следующую метку люди вынесут туда, следующий человек выносит метку, блядь, и весь рейд в итоге стоит зажатый между двумя метками, как сейчас и получилось, и сдох просто прист из-за этого. Блядь, ну, глаза же у всех есть, я хуй знаю. Мужики, всем. Давайте сраться потом, всем. Я, блядь, сейчас опасусь. Да не, нахуй. Никто не срется. Я просто, ну, в ахуе. Сюда звездочку встали. Блядь, босс элементарный, смотри и ставь, где нет ничего. Все РДД встали в звездочку. Диспейли метки выносим. Но стресса про диспейли тем временем потока. Не-не-не, не меня. Войд. Отвернулись от фера. Сука, все равно повернулся, блядь. Ну, ты раньше времени поворачиваешься. Сокрушающий ты мне лично. Диспейли метки вынесли. В звездочку встали. Звездочку. От фера отвернулись. Дисплеили метки. Метку выносим. Звездочку все встали. Давайте, братцы, хильте. Справляйтесь. Тут нехуй хилить на самом деле. Главное феры. Дисплеили метки. Метку выносим, и звездочка убежала аккуратненько. От хера отвернулись. Звездочку все стали. Вот кто туда метку вывел? Вот смотри, мы сейчас туда бежим, а там метка лежит. Ну, что это за хуйня? А, выноси два носка, звездочку все стали. Дисплеем от фера отвернулись. Выноси в угол туда будет. Ну куда ты нахуй опять бежишь, блядь? Ну, блядь, кто это нахуй? Я же вижу, блядь. Ну, стресс нахуй. Стресс. Со звездочкой бежимся. Метки дисплеем.
метку вот сюда ближе, за мной, за звездочкой. Отвернулись от сыра. Метки. Отвернулись от фера. Рано, рано, рано. Отвернулись от фера, говорю. Сейчас да нету фера. Покушение будет сразу фир. Отвернулись. За 10 секунд, блять. Вообще поебать. Понял. Я метку выносил, я не вижу, когда он еще нет. Приз просто хиль людей, я сам подыскал. Метки выносить. Звездочки все ушли. Отвернулись от фера. Злупый экстрим. У поезд, что ли? А, нет, я думал. Поезд кочужный. Еще не пояс. О, меч надо, вон, знаете, на страшно. Влад, поставь пол портал. Ставлю, ставлю, ага. Меч на танка. Подожди, не заходи, я маскировку один. Да у меня есть. Тебе рарник надо меч такой? Рарника даже есть. Давай. Нету мне. Плечо приз нужно тебе, нет? Плечо выполняю.